Владыка многомилостиви, Господи Иисусе Христе Боже наш, молитвами Всепречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира и великие княгини Ольги, святых новомучеников и исповедников Церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших, Антония и Феодосия Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единое купели крещение, еже при святем Владимире, мы, чада Твои, благодать восприяхам, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И на племенным же языком, брани хотящим, и на святую Русь ополчающимся запрети и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власть принадлежащих ко всякому благу настави, воинов к заповедях Твоих утверди, лишенные крова в домы введи, голодные напитай, недугующие, страждущие укрепи и исцели в смятении печали сущим, надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и благженное упокоение сотвори. Исполни же нас, яже в Тя веры, надежды и любви, да яко во всех странах наших едиными усты, единым сердцем исповемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, со безначальным Твоим Отцем, со Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.